обрюзгший и агрессивный. Моисеев вышел из себя при виде камер. Певец убил своим болезненным видом. Многие заметили, что он сильно сдал. Уже много лет Борис Моисеев на лето уезжает в Юрмалу. У певца тут есть квартира в элитной многоэтажке, расположенной возле бывшего рыболовецкого колхоза «Узвара». Моисеев пришел на концерты как простой зритель, скромно сел с края партера и очень не хотел привлекать к себе внимание. Когда кто-то из зрителей узнавал артиста и подходил с просьбой о совместной фотографии, он резко вспыхивал и просил директора: «Пошли их всех на». В перерывах между отделениями концерта одуловатый артист приходил за кулисы, где артисты, журналисты, камеры, но едва заметив направленные на себя объективы, скидывал вперед руку, закрывал лицо и взбешенно кричал: «Не снимайте, не снимайте». 64-летнего артиста можно понять, он так и не оправился после инсульта. Погрузнел, на лице появились какие-то гнойники и новообразования. Разумеется, всегда блиставшему Моисееву не хочется, чтобы его видели в таком неприглядном виде, обсуждали, фотографировали. Ведь сегодняшнее положение и осознание того, что карьера и слава в прошлом – трагедия для него.